Друзья, всем привет! Решил проверить развал схождения, так как у меня что-то подъедает резину. Наружную часть к заводу ее никто не делал, поэтому надо проверить. Каждый должен это сделать, не знаю, раз в год, может, пореже. Кто как ездит, и оно сбивается иногда. И вот я это решил не тянуть с этим и проверить. Поэтому поеду сейчас, сделаю развал схождения. Так как подъедает немножко резину наружная часть, я думаю, что это развал схождения какой-то сбитый. Решил я заехать и немножко это дело поправить, так как с завода машина еще ни разу не была в сервисе. Наверняка там завод, даже на заводе ничего там никто не проверяет, все там просто машину собрали, поставили, установили и все, и продали. Им лишь бы продать, а качество установленных деталей их не интересует. И может быть за пробег 14 тысяч километров, может быть, этот развал схождения и сбиться. Всякое бывает. Развал схождения буду делать вот здесь, небольшой сервис рядышком. Сейчас заедем туда и все сделаем. Вот сервисок, вот этот с правой стороны ворота. Вон там написано «Развал схождения». Такие показатели, все сбито. Вот такие штучки установили. Ну что, развал схождения был проделан. Как оказалось, схождение было сбито. Развал неплохой, нормально, все в норме. А схождение еще какая-то там штучка была неправильно, все поправили. Вот из-за этого, наверное, резина у меня подъедала наружную часть из-за схождения. Сейчас все в норме, значит, колеса будут целее. Надо отдать наличные деньги, но их не оказалось. Сейчас заедем, снимем с карточки денег и отвезем. Здесь такой паркинг торгового центра. Сейчас возьмем денег. 700 рублей стоит эта операция. Возьмем денежку и отвезем. Вот стоит наша ласточка. Деньги мы получили. Сейчас завезем. Поедем, отдадим. Бензин еще надо заправить. Тоже лампочка. Ничего, надо гореть. Критично.
квартиру, сейчас отдадим деньгу, поедем дальше по своим делам. Когда всегда машину что-то сделаешь, что исправишь неисправность, то машина сразу как будто едет по-другому. Как-то легче ей становится. Ничего не мешает, ничего не брякает, ничего не свистит, не гудит. Все едет. Хотелось бы в заключение сказать, что надо проверять свой автомобиль, развал схождения, практически каждый год желательно это делать, или после каждой смены резины, потому что резина сейчас очень дорогая, и за этот сезон можно ее, если нарушен очень сильно развал схождения, можно стереть ее, прям испортить на нет. Поэтому проверяйте, делайте контроль всегда. Если надо, устраняйте это дело. Ну и подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем добра!